Не знаете, с чего начать первый понедельник зимы? Выбирайте что-нибудь белое и воздушное. Как взбитые сливки на капучино. Как снег, бережно укутавший землю в теплое одеяло. Сегодня на календаре забавных праздников удивительная дата – День пушистой нежности. Похоже, погода тоже об этом знает и уже обо всем позаботилась. О прикосновениях южного ветра, таких легких, что мы его почти не почувствуем. О пролетающих невесомых снежинках, крошечных и совсем не колючих. О температуре, высокой и совершенно не зимней. Не понедельник, а настоящий подарок. Пусть от этих маленьких приятностей вам станет теплее, а сердце наполнится нежностью, которой очень захочется поделиться.